Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусную картошку в духовке. Запеченный по этому рецепту картофель получается нежным, сочным и ароматным. Внешне блюдо напоминает слегка раскрывшиеся бутоны цветов, таких как тюльпаны или лилии. Вкусно, сытно и красиво. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В миску кладем томатную пасту, сметану, соль, сахар, перец и хорошо перемешиваем. Добавляем воду и размешиваем до однородного состояния. Натираем на крупной терке плавленый сырок. В эту же миску трем на мелкой терке лук. Добавляем мясной фарш. Выдавливаем чеснок. Солим, перчим, добавляем сушеный орегано и хорошо перемешиваем. Берем картошку, для устойчивости срезаем с одной стороны небольшую ее часть, по бокам выкладываем какие-нибудь ограничители, например, палочки для суши, чтобы не прорезать картофель до конца, и делаем разрезы в виде снежинки. Картошка должна хорошо раскрываться, но все дольки при этом держатся вместе. Такую процедуру повторяем со всем картофелем. Дальше наполняем прорезы приготовленной начинкой. Фаршированную картошку выставляем в глубокую форму на расстоянии друг от друга. Сверху поливаем приготовленной заливкой. Закрываем форму фольгой и отправляем в заранее нагретую духовку. Запекаем так 30 минут при температуре 200 градусов. Затем снимаем фольгу, поливаем картофель соусом и снова возвращаем в духовку. Продолжаем запекать до полной готовности картошки, еще примерно полчаса. Вот и все. Очень вкусный фаршированный картофель готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующие видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!